И поплыли мы по морю. Вот что-то тут волна поднимается прям. Да, на остров рули. Да, кругом острова можно. Ну так видишь, боковая качка, надо на волну плыть. Да не будет брызгать. Она вот наоборот боковая, самая хорошая. Не, да. Сильно качает. Вчера, когда мы на волну ехали, у нас брызги были все на жопе. Радость моя сильно качает. Тихо, тихо, на корабль, да. Ну глянь, что-то в атаку пошел. Скажет, ваши права. Давай я туда сяду. Да сиди уже, ради бога. Ну вас снять в лицо. Я у вас одни головы снимаю. Ну, этого достаточно, типа, да? Ты сядешь, я говорю, нас носом. Да ни хрена на 5 человек рассчитано. Ну, максимум 5 персон написано. Где? Вот. Где? Вот, 5 персон. Вот что-то другое, мне кажется, это не персона. Один тут, а тут. Где тут? Это горка тут. Ну вот я сижу тут. На 5 персон. 4 это написано это. Как это? Рассчитано на 5. Да, какое видео получится? Лучше, чем на корабле, блин. Еще по кораблю нельзя, но чуть-чуть покалю. А тут... Видишь, на волну сразу брызгать. Ну и ничего, она... зато назад лучше плыть будет. Она сама прибьет нас к берегу. Крутить не надо будет. А вот, глянь, вот это серфинг с парусом, видишь? Серфинг с парусом. Ну это серфинг, доска и парус. А? Серфинг. Ну серфинг, какая разница? Да. Ну как это, в Эббенхаусе катаются, видел? Бля, качает какая-то прилично прям вот. Ой-ой-ой, я укачал. А, вот это?